Короче, потерял Иру в торговом центре. По итогу нахожу ее где? Среди своих друзей. Кстати, похожи вы даже. Кто это? Это твой сын. Класс. Сейчас я буду спрашивать, что за магазин игрушек, а? Так, расскажи, что ты делаешь. А, ну быстрее, быстрее. Все утро они ругались, все утро, клянусь. Смотришь? Это тебе! Желтый! А ты пошла кушать. Ну все, беги! Заболею завтра! Друзья мои, трансформация идет полным ходом, это не шутки. Посмотрите. Стать! Да-да-да. 40 килограмм, ну. Фух, тренировка на самом деле идет очень тяжело, потому что вчера было все интенсивно. Ну, посмотрите, кто это? Кто это? Только что я видел этого человека в офисе, понимаете, когда оформлял абонемент, а сегодня он фигачит просто. Ром, можешь рассказать, что за фитнес-проект у тебя? Форма 90 дней, где мы меняем мое бренное тельце. Бренное тельце. Представляете, за 90 дней этот человек решил полностью себя изменить. Помимо всего этого, он еще и поет. Это нормально? Это вообще нормально? Да, пою 17 тысяч песен за 3 года. 17 тысяч, ребят. Девчонки, вот ссылка. Советую перейти. Сегодня, наверное, первое утро, когда настолько было лень выходить на улицу и тренироваться, что эта лень прям захлестывала, короче. И вот в такие моменты как раз и проверяется, что вам важнее, ваша цель или поспать с утра. Может, я от одной тренировки-то утром ничего бы и не потерял, но суть же не в этом. Суть в том, что ты сдался сегодня, потом позволил себе сдаться завтра. И вот так из мелочей складывается то, что ты вместо победителя оказался проигравшим. Поэтому даже в мелочах всегда побеждайте, друзья, и вообще боритесь с ленью и всегда работайте. Soulja Boy Tell.